«Корабль капитанесса» – это уникальное произведение искусства, созданное художниками и искусственными мастерами-ремесленниками, объединенными российским брендом «Винари». Это великолепное сувенирное произведение создано по мотивам миниатюр времен Людовика IX Святого, короля Франции. Из истории известно, что корабль «Капитанесса» 10 августа 1239 года доставил во Францию величайшую святыню христианского мира – терновый венец Господа Иисуса Христа. Людовик IX выкупил святыню за 135 тысяч ливров – половина бюджета Франции. При изготовлении нефа «Капитанесса» мастерами применялась уникальная техника скульптуры корабля. Корпус судна изготовлен из нескольких видов мореного дуба возрастом от 1000 до 2000 лет, что подтверждается официальными документами радиоуглеродного анализа Российской академии наук. Паруса выполнены из бивня мамонта. Многие элементы из меди, серебра, патали и натуральной кожи. Для такелажа использовался лен ручного плетения. Изделие инкрустировано морским и речным жемчугом, перламутром, кораллами, агатами и гагатами. Скульптура находится на постаменте со встроенным электромотором, позволяющим любоваться вращающимся кораблем с любого ракурса. Постамент сочетает современные технологии и реликтовый материал – мореный дуб. Техническое оснащение включает также подсветку, вмонтированный в ракушке рапана, скульптурно расположенные по углам постамента. Символично, что использованный для постамента дуб находился под водой в русле реки ориентировочно с 30-х годов нашей эры. Именно в это время Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи и начал открыто проповедовать Слово Божие. «Винари» – торговая марка консорциума «Русэкспорт», основана на философии бережного отношения к живой природе, включающего добычу мореного дуба без нанесения вреда живой природе.